Всем привет, ребят, с вами Карина, и мы продолжаем играть в Sims 4 кошки и собаки или питомцы, как вам удобнее. Ну что, мы с вами сейчас спим, у нас сейчас ночи, Томми тоже у нас спит, кстати, он спит у нас на кроватке. И что я хотела вам показать, я сделала опять небольшие обновочки, сейчас наша уже гостиная-столовая выглядит немножечко получше, добавила какие-то вот такие светильнички под лестницу, обновила лестницу, здесь типа столик уже появился. То есть, в общем, у нас с вами все вообще хорошечно, прям замечательно. В общем, да, сегодня у нас четверг. Кто у нас на работу? Мы сегодня получаем повышение. Это просто шикарно. И я думаю, что, в принципе, после повышения можно будет куда-нибудь сходить тусануть, то есть и Беллу взять с собой, почему бы и нет. Может быть, с кем-нибудь познакомиться. Или даже можно, точняк, с Марком. Мы же с вами хотели уже с ним помириться, все дела. Ты, по-моему, немножечко рано проснулась. Ну ладно, нам нужно, кстати, там опустошить лоток. Так, машины гоняют за окном. Да, самое время. Так, ну ладно, давайте. Кстати, я же хотела картину повесить, точняк. Давайте, наверное, пока что ему сюда ее пришвартим. Я просто не знаю, куда ее можно повесить. почему бы ее не повесить, например, в ванную? А чё бы и нет? Подождите, а если мы уберем рамку? Не, мне кажется, это выглядит неплохо. Блин, это надо просто будет с входом тогда как-то там ровненько это все делать. Ну ладно, в принципе, это можно оставить, смотрится довольно-таки неплохо. Просто это все время так будет. Блин. Тогда это нужно как-то сюда повесить. Ну ладно, пусть пока, короче, висит, мы с вами потом разберемся. Так, мы с вами купаемся, потом мы с вами кушаем. И нужно, наверное, будет с Томиком пообщаться. Мне, кстати, вот интересно, у нас телек будет работать, нет? То что-то я даже не знаю. Так, ну что, тебе сегодня тоже в школу? Да, хорошо. Ой, кстати, у нас такая прикольная пижамка. Мне очень нравится, я ее сама типа собрала, сделала. Вообще, я, конечно, не мастер одежды, не мастер строительства домов, но, блин, как-то попыталась сделать что-то более красивое. Вот. Так, ну что. Мне, кстати, кажется, то, что Белла у нас вырастет вообще красоткой и будет прям вылитый Джесс. Ну, не знаю, я пока что посмотрела, вроде бы она очень похожа на Джесс. Так, малыш, да, может быть, мы тебя расчесывать будем. Так, я, по-моему, вам уже говорила то, что я добавила здесь мод, или не говорила, он называется MC Команда Центр, я его оставлю, потому что я, возможно, буду делать какие-то видео в будущем, и он, может быть, мне пригодится. Так что, если что, то, как бы, вы не обращайте на него внимания, я, конечно, могу его удалить, если вам что-то не понравится, так что просто сделайте вид, что его нету. Да, вот такие вот дела. Так, ну что, у нас там вообще скоро уже на работу, нет? Через сколько? На часа? Через час? Понятно, короче. Можно еще спать. Я не знаю, зачем мы так рано все время просыпаемся с вами. Вот, отлично, у нас уже Беллыч кушает здесь. Да. Мне, кстати, кажется, то, что довольно-таки уютненько здесь получилось. Потом какие-нибудь еще сюда картины можно добавить будет. Да. В общем, мне кажется, что прикольно. У нас уже такой более-менее домик выстраивается. Вот, ну, считай, второй этаж у нас уже вообще полностью, как бы, наверное, застроен. Я считаю, то, что больше ничего не нужно. Как бы комната для двух персонажей, и она, наверное, просто идеальна. То есть, больше, я думаю, что ничего не нужно будет добавлять. Так что вот. Так, ну что, Белл у нас в школу должна идти уже через полчасика. Ну, почти через полчасика. Так, у нас почему-то опять этот лоток загрязняется. Я не знаю, в чем прикол. Вообще не понимаю, в чем прикол. Так, тебе там добавится сейчас ответственность какая-нибудь, да? Или манеры, наверное, манеры. Да, манеры, супер. А, Томми. Дай-ка мы, может, поиграем, поразговариваем с ним, почему бы и нет. А, он у нас в туалет ходит, ты его немножечко отвлекаешь, конечно. А что, кстати, здесь можно с ним сделать? О, смотрите, здесь даже показывают, сколько ему лет, типа 22 дня, по идее, он живет. Прикольно. Очень даже прикольно. Хм. Ну, видите, неплохой мод, чего бы и нет. Так, давай, разговаривай, пожалуйста, быстрее, потому что тебе уже сейчас выдвигаться в школу. Ну, а Джесс, наверное, пока что еще у нас поспит. Все, давай. Пора. Я, кстати, думаю, то, что нам нужно будет еще внешность дома нашего обновить. Да, потому что получается что-то не очень. Здесь, кстати, вот окна, мне кажется, как-то не хватает. Да, ну, он как-то выглядит, я не знаю. Какую-нибудь другую эту палитку, наверное, положить стоит. Да, ну ладно. Короче, решим мы с вами. Решим. Так, все. У нас остается, по идее, час. А, ты уже проснулась? Ну, окей. Подожди-ка.
Давай-ка мы, наверное, почувствуем любовь, пообщаемся немножечко с Томми, потому что ему нужно общение, и нам нужно общение, всем нужно общение. Ну-ка, почеши брюшком. А ты сейчас 250 получаешь или нет? Нет. А можно? Уже нет, что ли? В смысле поощрить к спариванию. А с кем? И чё? Чё, ничего не вылезло? Ну ладно, ничего страшного. Так, кстати, можно какие-нибудь игрушечки понакупать, я думаю. Вот так вот. Почему бы и нет? Открыть. Нет, играть с пачкой, наверное, уже не будем, потому что мы тогда... Эй, а что это было? На 5 марок звонит, да? Так, нет. А, подождите, что это было за действие с дневником? Заглянуть в чужой дневник? Нет, спрячь его, пожалуйста. Зачем? Это чужой дневник. Только надо будет главное сказать нашей малышке то, что там дневник-то. Найти дневник. Да, прикольно, короче. Ну что, нам сейчас нужно будет отправляться на работу. И не знаю, зачем ты у нас сейчас взяла все это дело. У нас, кстати, праздник премьеры сезона, но я думаю, то, что мы его праздновать не будем. Так, ну что, мы отправляемся на работу. Сегодня мы получаем повышение. Меня это очень радует. Надеюсь, то, что нам дадут много денежек. Ну, по идее, должны дать. У нас уже, получается, будет 9-й уровень. Нам останется только, наверное, с логикой поработать, да? Ну, по идее, да, потому что, думаю, нужно будет ее повысить, там, до 5-го или до 6-го уровня. Вот, ну что? Мне просто интересненько, что нам дадут в награду. Такс. А, прима-балерина. Что это? Покажите мне. Там еще вот костюмчик у нас новенький. А, прима-балерина. Ух ты! Вдохновляющая обстановка. Ого, какая она большая. Ну, это точно в нашу эту комнату. Да-да-да, ее куда-нибудь вот сюда, наверное, пришвартуем. А хотя нет, почему туда? Можно ее поставить, знаете, куда? Вот прям сюда. Не, а чё бы и нет. Ой, подождите, что происходит-то? Так, как тебя? Вот так вот, наверное. Довольно-таки красивая, кстати. Да, у нас теперь очень красивый уголок. Шикарно. А, так, можно, кстати, включить эмоциональную атмосферу. Ну-ка, как ты у нас теперь выглядишь? Ну, теперь прям точно заядлый художник. Так, ладно. Пойдемте сейчас, наверное, будем потихоньку там повышать свои потребности. Нужно бы, кстати, еще, наверное, еду нам приготовить, потому что нужно как-то кушать. Так, а мы с тобой, наверное, сейчас перекусим, и потому что нужно, наверное, отправиться куда-то тусануть. Только вот куда, я пока что не знаю. Это, в принципе, можно было бы и не есть, если мы сейчас куда-нибудь пойдем. Да, тогда давайте, наверное, не будем кушать. Только бы мне вот понять, куда бы мы... Вообще сейчас пойдем, блин, я даже не знаю. А, Джесс, там ребенок. Блин, что-то не очень ловко, неуловко очень получилось. Ну ладно. А, кстати, я хотела выключить термостат, точняк. У нас же он что-то это, мне кажется, очень жарко. Тем более, счета дороже приходят. Ну что, давайте мы, наверное, отправимся. Наверное, мы останемся в этом Бриндлтон Бэе. Посмотрим, где мы еще не были. Правда, я не знаю, где мы еще не были, ну ладно, что-нибудь сейчас решим. Ну что, ребят, я так посмотрела, и прикол в том, что в Бриндлтон Бэе мы уже были везде, я решила отправиться в Сан-Мишуна, в караоке-бар, то есть почему бы и нет, и у меня сделали сюрприз, я отправилась сюда вместе с Марком. Да, мы, наверное, сейчас будем как-то налаживать общение, ну давайте, а что он делает, он у нас митинг у него, прикольно, дай ему пожертвование. Прикольно. А он же у нас там работает в политике, по-моему. Я просто уже даже не помню, если честно. А можно как-то, типа, это уже прекратить, это действие? Ну ладно. Так, мы с вами идем сюда тусоваться. Здесь есть барная стоечка? Да, конечно. Можно, наверное, заказать еду, взять чипсы. А я решила, что Белла останется дома, потому что... Ну, блин, зачем, типа, ей сейчас идти в какой-то клуб с нами? Мне кажется, слишком перебор для нее. Вот, у нас тут на гитаре играют, тут у нас караоке поют. Короче, у нас тут вообще веселуха. Да, классный, мне кажется, клубецкий у нас. Тут девушка с зонтом у нас ходит. А вы девушка кто? Какая-то модная прям такая. Чё с тобой? Какая-то странная. Так, ладно. А, что тут происходит? Что это было сейчас? Да, странные здесь какие-то персонажи. А, тут смотрите, какой Марк у нас митинг-то вообще устроил. Блин, как бы можно, пожалуйста, наверное, прекратить это действие? Мы можем вот так вот его, наверное? А давай сделаем вот так вот. Идти сюда вместе, давай. Он, по идее, сейчас должен будет просто пойти сюда.
Да, он идет, все супер. Просто как бы мы вроде бы должны были там общаться, а не чтобы ты там митингом занимался. Давайте, может быть, там переоденемся как-нибудь хотя бы. Может быть, вот так вот. Почему бы и нет? Ну, блин, просто мы должны быть красивыми. Так, давайте, наверное, романтика. Может быть, поцелуемся? Ну, потому что, блин, как-то мы уже давно достаточно не виделись. Так, дай-ка я вас зафотаю. Так, мужчина, пожалуйста, не смотрите на нас. У нас там романтик. Вам вообще это нельзя. Это наша романтика, да. Запрещаем смотреть, короче, вам. Так, ну что? Что еще можно сделать? Заключить в объятия. У нас там, кстати, никто еще, надеюсь, не умер с питомцем. Фокси умерла. Печально. У нас, получается, остался Руни. Кстати, он пожилой. Лаки и Типпи. Они еще взрослые у нас. Так. Хорошо. Ну, в принципе, я думаю, то, что скоро можно уже будет переезжать. Мы, в принципе, уже достаточно много в доме сделали. Плюс нам еще денежек там накапают, когда Марк нам переедет. Так что я думаю, что, в принципе, все окей. А здесь, кстати, нету этих шкафов каких-нибудь. Там же можно, типа, в уху делать все дела. Было просто круто. Ладно, давайте, может быть, здесь что-нибудь перекусим. Смотрите, здесь есть какая-то еда. Мне кажется, можно попробовать. Мне кажется, она достаточно вкусная. Да, кстати, как я вам и сказала, нужно будет логику поднимать. Ну, я так и думала. Так, подожди, зачем? Иди сюда. Пожалуйста, иди сюда. А, они закрылись, понятно, спасибо. Просто спасибо. Так, что у нас здесь есть? Информационный стенд. Кстати, я помню, можно здесь где-то собирать всякие эти штучки. Вот, блин, только вспомнить бы, как они выглядят, где. Блин, я очень плохо помню, но точно что-то есть. Я вот вам 100% это гарантирую. Блин, я реально не помню. Ну ладно. Складик в большом городе. Прикольно, короче. Тусня. Ладно, я думаю, то, что можно, наверное, отправиться домой. И, может быть, Марка даже домой можно пригласить. То есть, почему бы и нет? Пусть наши Симы сегодня с вами пообщаются. Ну что, ребятки, мы с вами вернулись домой. И я думаю, можно приглашать как раз-таки Марка. Так, малышка, я думаю, что тебе стоит сходить в душ и, наверное, покушать, что-нибудь покушать. Да, Марк у нас скоро придет, хорошо. Хорошечно. Вот, кстати, и Маркусик уже пришел. Я ему хочу прежде остаться на ночь, почему бы и нет? Получается, у нас только питомцы там останутся дома, одни у него. Ну, ничего страшного, переживут. Так, вы нас поздоровались. Давай, предложи остаться на ночь. Ночевка звучит отлично, все супер. Все замечательно. Так, давайте. Поцелуйтесь там, пообщайтесь. Так, ну все. Я думаю, то, что стоит также малютке нашей пообщаться с ней, потому что, ну, все-таки это ее папа, как бы все дела. Давай. Давай, 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 давай. Идем. Идем, 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 идем. Так, мне, кстати, такая дверка нравится для питомцев. Блин, она очень прикольная. Это так, мне кажется, удобно, Томми вообще, наверное, счастлив. Так, что у вас? Страстно поцеловать. А где Белла? Белла у нас решила есть на кухне, чтобы все этого дела не видеть. Ну ладно, я думаю, ничего страшного, типа, что такого-то. Что-то поцелую, что ли, никогда не видела. Такс. Проявить нежность. Кстати, может быть, мы покажем тебя? Там можно же, типа, показать питомца или как? А, это, наверное, нужно Марка нажать, подождите. Помочь справить плохие отношения. Чего? С кем там уже конфликтовать начал? Другие персонажи. Не, да, блин, подожди. Так, дружелюбные действия. Показать питомца, вот. Давай, покажи ему Томми. Покажи, вот какой у нас котяра тут. Давай, показывай. Не флиртуй, а показывай Томми. Давай. Томми, он уже жаждет, наверное, вещь, чтобы его показали. Скажи, я такой красивенький, а меньше них лет показывать, да? То вообще. Офигели, скажи, да? Томми, тебе показали или нет? Походу, нет. Ладно, так, значит, поскольку он остается у нас ночевать, я думаю, то, что можно, наверное, что-нибудь покушать сделать. Кстати, какого у нас уровня там кулинария? Второй изысканный и седьмой обычный. Хорошо. У нас, кстати, завтра нам нужно найти на работу, потом у нас будет два выходных, и за это время, я думаю, то, что нам с вами нужно будет тогда поднять логику. Да, такие вот дела. Ну ладно, в принципе, я думаю, то, что мы справимся, ничего сложного я в этом не вижу. Так, у нас так и не поболтала с Марком, да? А где Марк, кстати? Мне кажется, он спит. В смысле? А, да, он реально лег спать, только не там, где ему положено. Круто. Просто круто.
Ну ладно, давай. Ты нас приготовила, да? Приглашай, наверное, за стол всех. Так, нет, ты у нас не будешь кушать, у нас так покушала. Хочу, чтобы Марк проснулся. Просто как бы он спит не в своей кровати еще, в этом прикол. Ему вообще норм, да? Круто. Круто, круто, круто. Так, малышка, ты у нас все? Разбуди, пожалуйста, своего папу. Обними его, наверное, хотя бы там, я не знаю. Так, это у нас уже есть, да? Мы же второй раз с тобой такое делаем. Так, хорошо. Давай мы тебя обнимем, Маркусик. А, Маркусик. Обнять с любовью, давай. Обнимаемся. И, может быть, ты даже уложишь спать ее? Почему бы и нет? Да, скажи там. Окей. Так, нас покушала. Я думаю, то, что можно будет посмотреть какой-нибудь фильмецкий, почему бы и нет. Или можно было бы также порисовать. То есть, что такого? Такс, давай. Да, я думаю, можно что-нибудь нарисовать. Ты у нас включила, да, атмосферу эту. Иди-ка, получи вдохновение, и я думаю, то, что можно что-нибудь уже нарисовать. Пойдем. Давай. Получаем вдохновение. Но это реально прикольная штучка. Интересно, что там дадут на последнем уровне? Очень интересно. Так, все, ты у нас получил вдохновение, давай рисуй теперь. Отлично, досуг повышается, все супер, Белла спит. Вот, Томми, кстати, через свои дверки заходит. Это так мило, блин, это очень прикольно. Ух ты, она какой-то космос, мне кажется, рисует, да? Че, где Марк? Что он делает? Он читает книги. Ну вот и пусть читает. Блин, очень красивая картина, мне кажется, получится. Мне кажется, это реально какой-то космос. Сейчас посмотрим. Да сто пудов. Яма. Что произошло? Подождите, это что такое? Опа! У нас уроки пришел. Прикол. Надо будет, наверное, сейчас к нему подойти. Ух ты! Ну да, я так понимаю, что реально космос, но это очень красивая картина. Я думаю, что это шедевр, и мы даже, наверное, не будем ее продавать. Она мне очень нравится. Да, конечно, это шедевр. Он стоит 2500 симолеонов, но мы это продавать не будем, потому что это просто что-то с чем-то вообще прям. Очень красивая картина. А, слушайте, может быть, нам сроки даже пообщаться тут? Хотя я не знаю, у нас что-то все хотят спать. Ну-ка, нарисуй-ка мне еще одну картину, пожалуйста. Давай. Беллыч, может быть, ты пообщаешься с Рокки? Пойдем, ты нас все равно спать не хочешь. Давай. У нас, кстати, там Томми, он тусуется, бегает. Пойдем. Пойдем, пойдем, золото мое. Рокки. А ты что у нас красненький, кстати? А он застрял или нет? Блин. Он, походу, реально застрял. А, нет. Все норм. Блин, Рокки. Мы так не по тебе скучаем, малыш. О, смотрите, Томми такой приходит, думает, не понял, кто это. Блин, он такой классный, вести себя дружелюбно с Томми. Давай мы тебя, может быть, познакомим. А, нет, ты же знаешь, у нас Томми, чё я... Давай. Блин, время, конечно, полвторого тебе вставать утром в школу, прости. Так, ну что? Вы там это? Ути, какие... Вы у нас миленькие, дайте я вас зафотографирую, потому что потом мы, когда закончим, я думаю, то, что эти кадры все можно будет у нас разместить. Вы такие у нас классненькие. Очень классные. Рокки наш малыш. Так, ладно, мы тогда потом ложимся спать кем. Так, ну что там у Джесс? Ух ты! Тоже прикольная картина. Да, картина, кстати, мне очень нравится. В Симсе вообще они офигенские. Прям очень красивые, прям очень клевые. Так, я надеюсь, там Марк не лег опять к тебе в кровать. Нет, не лег, он там вообще тусуется еще. Хорошо, хорошо. Да, у нас снова очередной шедевр, продаем его и ложимся спать. А, кстати, можно в уху, в уху, в уху. Почему бы нет? Подожди. В уху, давай. Так, давайте. Рокки нас там, кстати, гоняет. Эй, почему он кушает из миски Томми? Так, ладно, давайте мы не будем мешать нашим персонажам, пусть там уединятся. Ух ты. Значит, уроки цвета меняют, вы видите? Что происходит? Он, типа, теперь нейтральный, что ли? Рокки, ты что так много кушаешь? Расскажи мне. А что вы в уху не хотите? Нет? Ну ладно, ложитесь тогда спать. В принципе, ладно, ребят, я думаю, то, что стоит заканчивать нашу серию. Надеюсь, она вам понравилась. Если да, то ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, оставьте комментарии. С вами была Карина. Всем удачи, до новых встреч. Всем пока.